Называется незалежностью. Тады под ритмичную дату черную шляхом, вельми эффектным красочным действом, якое притягивало всеогульную увагу. Погибнет. Поэтому для нас сейчас первая задача не допустить строительства второго, то есть вот этого реактора на территории Беларуси. Лечится невеликими. Яны и сапраўдны невеликие в сравнении с иншими. Так что можешь подавиться своей картой поляка, ты уже не мажор. Плечо к плечу, одно к одному.